День народного единства. В Минск приехала делегация из Латвии. Представители белорусской диаспоры сотрудничают с вузами, чтобы не утрачивать культурные связи с родиной, а также рассказывать в Латвии о белорусских традициях и обычаях. У многих фирм, которые строят бизнес на сотрудничестве с нашей страной, в Белорусском государственном педагогическом университете имени Танка наибольший интерес к факультету эстетического образования. С вузом налажены тесные связи. Любой приезд на Беларусь, в Беларусь, на родиму, для нас это и источник вдохновения, и в то же время мы всегда увозим отсюда частичку того добра, светла, которое несут встречи наши с земляками. Дипломатические отношения находятся в сложной стадии такой. Страдают люди в результате всего этого, и как бы мы ощущаем на себе, потому что я, допустим, руковожу фирмой, которая тесно сотрудничает с Республикой Беларусь в отрасли строительных материалов. Это тоже ощущается. Нам этого не надо. Беларусь для нас всегда была и будет ближайшим партнером, другом, не только в культуре. Экономики наши тоже тесно сотрудничают. Также председатель Союза заявила, что касается образования, то здесь у двух стран совместные проекты. В педагогическом университете стажировки проходят латвийские педагоги, сфера интересов психологии и работа с детьми с особенностями развития.